Уважаемые отцы, преподаватели, дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на концерте экзамене выпускников заочного отделения Минского духовного училища. Сегодня прозвучат великолепные образцы духовного наследия русских композиторов на богослужебные тексты, а также прекрасные стихи Константина Льдова, Леонида Зеленского, Екатерины Стройковой, а также одной из наших выпускниц Ольги Квач. Как много в песнопениях церковных заветных слов и сказов и былин, народных песен светлых и духовных, пришедших к нам из древности глубин. Их слушаешь, и сердце замирает, небесным светом полнится душа, божественность в реальность проникает, и благодать приходит не спеша. Слова и звуки нежных песнопений в мерцании пылающих свечей даруют радость новых ощущений, ласкают слух душевностью своей. Единородный сын, музыка Николая Делецкого, исполняет хор дневной формы обучения Регенско-Певческого отделения Минского духовного училища. Дирижирует Дарья Стринкина, класс старшего преподавателя Виталия Ивановича Соболевского. Oh.
Я до утра читал божественную повесть о муках Господа и таинствах любви, и негодующая совесть терзала помощь мою. Гнесь висит на древе. 15-й антифон утренний великого пятка. Музыка диакона Сергия Трубачева. Дирижирует Татьяна Серафимович. Класс старшего преподавателя Екатерина Сергеевна Смолякова. Тебе, небесная царица, хвалебный гимн, поэма эта, ведь ты – начальная страница эпохи Нового Завета. Достойно чистое ты дело, чтоб величал тебя народ, из всех одна могла в чреве вместить благословенный плод. Достойно есть. Музыка Дмитрия Бортнянского. Дирижирует Наталья Амельничук. Класс доцента Таисии Александровны Мироновой. Музыка.
Царица Небесная, Дева Пречистая, Матерь Всевышняя, помощи быстрая, мира заступница, кровь, утешение, павших восстание, душ умиления. Буди наставницей крепкой опоры, лестницей ангельской, мыслью скорой, свет мой преискренний, в мрачном селении, выход единственный, воздух, спасение. Пресвятая Богородица, спаси нас! Из цикла для смешанного хора по Пресвятей Владычице. Музыка Павла Чеснокова. Дирижирует Светлана Батько. Класс-доцент Таисии Александровны Мироновой. Разнесся возглас долгожданный.
благослови из алтаря, вступает лирос, наполняя пространство духом тропаря. Протяженных стройных безнадений летит молитва до небес, любуют ангелы и люди, поют Творцу. Христос! Плотью уснул. Музыка митрополита Иоаннафана Елецкий. Thank you.
Духовный стих Господа благодаря земля. Музыка и слова любовь и вкус. Приложение для хора Галины Романю. Исполняет хор храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тарасово Минского района. Дорогие слушатели, благодарим всех вас за внимание и поддержку. Мы хотели бы выразить глубочайшую признательность нашим дорогим преподавателям, благодаря которым и состоялся этот праздник. Ваши профессиональные советы, духовные наставления, доброе и чуткое отношение к каждому ученику навсегда останутся в наших сердцах. Благодарим также всех, кто пришел сегодня поддержать выпускников и хористов. От всей души желаем всем яркого и теплого времени, пасхальной радости на многое и благая века.